Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы расскажем вам об одном из самых популярных актеров Бразилии. Красавцы, умницы, талантище и, ну, сами знаете, что там еще. Речь идет о Каоа Реймонде, который за последние пару лет стал бешено популярен не только в Бразилии, но и во всем мире. «Авенида Бразил», где он играл одну из главных ролей, триумфально шествует по миру и завоевывает парню новых поклонников. А мы уже давно к нему неравнодушны, ну как тут устоять? Ну никак не получается. Хорош бродяга. И не одни мы это заметили. Каоа два раза был выбран журналом «Из той Жента» самым сексуальным мужчиной года. В 2008 году на волне успеха «Фаворитки» и в 2012 году во время показа «Проспекта Бразилии». Намешано в нем несколько кровей. И индейская, и португальская, и немецкая. Вот и получился сногсшибательный коктейльчик. Для начала поинтересуемся, откуда у парня такое имя? Ну вот откуда. От излишней продвинутости родителей. Его мама увлекалась движением хиппи и имя выбрала из гавайского языка. Каоа означает «сын солнца». Вот так вот. С одной стороны, имечко труднопроизносимое, а с другой стороны, интерес публики обеспечен, особенно женской ее части. И куда податься юноше с такой сказочной внешностью? Ну, это, конечно, глупый вопрос. Вот вы бы куда пошли? Ну, конечно, в модели. До того, как посвятить себя профессии актера, Каоа очень успешно работал как модель на международном уровне в Париже, Милане и Нью-Йорке. В том числе для таких признанных дизайнеров, как Жан-Поль Готье и Карл Лагерфельд. Он и сейчас время от времени участвует в дефиле и просто нарасхват для съемок рекламных роликов. Не так давно он участвовал в рекламной кампании парфюма «Арома Дизиак». Представитель фирмы Эвен сказала, что они выбрали Каоа Реймонда, поскольку с его привлекательностью и сексуальностью он в совершенстве подходит для концепции рекламы под слоганом «Микстура соблазнения». Но мы, в общем-то, полностью согласны с вами, дорогие друзья из фирмы Эвен. В ответ на восхищение и комплименты по поводу его привлекательности и сексуальности, Каоа сказал с улыбкой, что должен выразить особую благодарность Анджелине Джоли. Почему? «Муза Голливуда внесла настоящий апгрейд в мою жизнь, когда сделала пухлые губки эталоном красоты. Я очень благодарен жене Брэда Питта за это». Чувственные губы, ставшие визитной карточкой актера, и красивые выразительные глаза, проникновенный взгляд, придающий его облику перчинку, и это далеко не полный список в резюме его достоинств. А для того, чтобы уравновесить модельную внешность и отбить охоту у приставал разных полов, Реймонд занялся джиу-джитсу. Ну вот так и представляешь себе замечательную картину, как кто-то пытается сделать парню неподобающее предложение, а Каоа его раз и броском через бедро. Ну, а так как он привык доводить все до совершенства, то по джиу-джитсу у него черный пояс. И дважды он был чемпионом Бразилии. Каоа вообще человек спортивный. Он обожает серфинг. Это его настоящая страсть. Ну еще бы. Вы ведь не забыли, что его имя гавайское? А кроме шуток, какой же бразилец не любит море и волны? И вот что интересно. Каоа, что крайне редко для бразильца, равнодушен к футболу. Поэтому непосредственно сцены на стадионе с Жоржиньо в проспекте Бразилии нелегко ему давались. Что делать с этой круглой штукой под названием мяч, Реймонд научился с трудом. Вот если бы поплавать или пару приемчиков продемонстрировать. Но если вы думаете, что Каоа – это только красивая внешность и мускулы, то вы ошибаетесь. Он не только красивый, но и умный. Он учился в Нью-Йорке актерскому искусству в знаменитой школе Сьюзен Батсон. А в Бразилии учился на психологическом факультете католического университета. Но, безусловно, самая его главная страсть – его профессия. Каоа – актер милостью Божией.
Если говорить о профессиональной его карьере, то стоит выделить фаворитку 2008-2009 годы, так как именно роль Халли вывела Реймонда из подающих надежды в звезды Глоба и принесла парню международную известность и любовь публики. Новелла-фаворитка Жоао Эммануэла Карнейро – настоящий бриллиант с мастерски закрученной напряженной интригой, которая переплетается с детективной линией и нестандартно поданными неоднозначными героями. Плюс там блистательный актерский состав. У Каоа Реймонда в этой истории одна из центральных сюжетных линий, и характер его героя претерпевает немало изменений по ходу развития событий. Каоа получил за роль Халли приз как лучший актер года. Еще фаворитки. У них сложился прекрасный дуэт с Марианой Шименес, Лара. Но химия между ними была совершенно обалденной. От поцелуев этой парочки плавился экран. Они имели такой успех у зрителей, что на Глоба было решено повторить на бис-тандем Реймонд-Шименес. И в теленовелле «Пассион. Страсти» 2010 года публика вновь имела возможность наслаждаться чувственными сценами с этой необыкновенно красивой и химичной парой. На этот раз Каоа Реймонд в образе знаменитого велосипедиста Данилу Гувеа играет любовника главной злодейки новеллы Клары в блистательном исполнении Марианы Шименес. За эту роль Данилу Реймонд получил приз как лучший актер второго плана. Еще стоит сказать о новелле «Волшебная история» 2011 года, где Каоа играет главную роль благородного разбойника Жозуину. Ну, это бразильский вариант Робин Гуда. Влюбленного в принцессу Асусену Бьянка Бин. Также «Волшебная история» стала первой шестичасовой новеллой, получившей приз «Экстра ТВ» как лучшая новелла года. А также стоит сказать о роли Жоржини в «Проспекте Бразилии» и мини-сериале «Украденная любовь». Говоря о популярности у публики, образ Жоржини, можно сказать, что аксессуары и одежда героя Реймонда стали хитами продаж. Например, его цепочка с крестом, майки, наручные часы. А роль в «Украденной любви» открывает для Реймонда новые актерские горизонты, потому что играть нужно образ очень сложный. И еще, в этих двух новеллах Каоа играет с Мурилу Бенисио. Между Реймондом и Бенисио большая взаимная симпатия и давняя дружба. У актеров три совместных проекта на телевидении. Новеллы «Карнейро», «Фаворитка» и «Проспект Бразилии» и недавний мини-сериал «Украденная любовь». Каоа выражает свое восхищение Мурилу. Говорит, что он талантливый, чуткий, интеллигентный, и Реймонд многому у него научился в процессе съемок. Реймонд – величина в телевизионном мире и даже участвовал в церемонии вручения международной премии ТВ «Эмми» в ноябре 2013 года, где представлял одну из номинаций. При его свободном владении английским – он мог бы работать в Штатах, но Каоа этого не хочет. Он бразилец и хочет работать на родине. Ну и, конечно же, всех интересует личная жизнь Каоа. Про это известно не то чтобы много. С 2002 по 2005 Каоа встречался с Алиной Мораес, одной из самых красивых бразильских актрис молодого поколения. Почему их отношения кончились, никто не знает. Алина об этом не распространялась, а Реймонд уж тем более. С 2007 года у Каоа был страстный роман с Грацией Масафера. Почему был? Да потому, что они недавно расстались. И мы вам расскажем почему, а точнее из-за кого. Но вернемся к любовной идиллии между Каоа и Грацией. Пара получалась красивейшая. У Каоа и Грации родилась дочь София. Сейчас ей около полутора лет. Когда Масафера была беременна, и стало уже известно, что родится девочка, Каоа и Грация решили назвать дочку Софией в честь своей любимой кошки. Ну что ж, оригинальное решение, конечно. А еще у них три собаки, лабрадоры. Кстати, после расставания Грации настояла на том, чтобы лабрадоры остались у нее, так как малышка София их очень любит. Они завели себе красивый дом в Итаханга, это западная часть Бару да Тижука,
одного из самых спокойных и безопасных, а также дорогих районов Рио-де-Жанейро. Они обставили дом со вкусом. Сейчас, после расставания пары, в этой скромной хижине осталась Грация с дочкой Софией. Жизнь была размеренной и очень спокойной. О свадьбе они не думали, но Каоа говорил, что считает себя женатым. Но беда пришла, откуда не ждали. Дело в том, что, по слухам в СМИ, Каоа Реймонд и Исис Вальверде так увлеклись во время съемок работы над образами, что позволили себе и в реальной жизни страстный роман. Их отношения были недолгими, но этого оказалось достаточно, чтобы разгневанная жена Каоа удалила с Инстаграма все их совместные фотографии, а дальше последовал и разрыв их отношений. Расставание Каоа и Грации вызвало горячие обсуждения бразильских СМИ, поскольку пара молодых звезд Глобо была одной из самых популярных и любимых зрителями. В бразильской прессе пишут: «У Каоа с Грацией кризис в отношениях начался еще с начала года, и его недолгий заход налево с Исис Вальверде просто стал последней каплей». Забавно, как сейчас бразильская пресса сопровождает почти все снимки Реймонда комментариями со слезной интонацией. «Каоа Реймонд, созиньо, типа один, совсем один. Да не переживайте вы за него, уж такой мужчина один не останется. Ему просто не дадут, тем более, что у самого Реймонда есть отличный рецепт, как завоевать женщину. Хорошее чувство юмора, хороший разговор и классный секс. Коротко и по делу». Огромное спасибо нашей любимой Стелле за огромный вклад в программу. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!